Hamster Combat. Уверен, об этой игре слышал каждый из вас. Прямо сейчас в нее играет буквально каждый второй школьник нашей страны. Сказать, что игра хайпует, это не сказать ничего. Она не просто хайпует, а пипец как хайпует. На момент записи этого видео на официальный телеграм-канал Hamster Combat уже подписано 18 миллионов человек, что делает этот телеграм-канал самым популярным во всем мире. Но точно так же многие не понимают до сих пор, а почему, собственно, так происходит. Что интересного в этой тапалке? Геймплей максимально простой, просто кликаешь по экрану, прокачиваешь какие-то циферки и все. Это тебе не PUBG, это не Free Fire, это просто гребаный хомяк на экране, по которому нужно нажимать. Короче, в этом видеоролике я постараюсь максимально подробно объяснить, что же такое Hamster Combat на самом деле и почему такое огромное количество человек прямо сейчас от нее фанатеют. И отвечу на самые популярные вопросы. Как правильно качаться? Когда будет листинг монеты? И действительно ли на этом можно будет заработать? Затягивать долго не буду, всех тимщиков прошу налить себе чаёку и приятного вам просмотра. Ну а перед тем, как мы начнем, напоминаю, что у меня есть телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании и в закрепленном комментарии. В своем телеграм-канале я делюсь всеми новостями по Hamster Combat, а также делюсь собственной тактикой прокачки. Плюс ежедневно в 15.00 выкладываю новые карточки по комбо, которые дают 5 миллионов. Если хочешь быть в курсе всех новостей и не пропустить листинг монеты, то прямо сейчас подписывайся, ссылочка внизу. Ну и также там тебя ждет ссылка на игру, если ты до сих пор в хомяка не играешь. Короче, что же такое Hamster Combat и что это за игра такая? Если говорить кратко, то это самый обычный кликер. По сюжету, если это можно так назвать, вы являетесь владельцем криптобиржи и ваша основная цель ее прокачать. Сделать это можно несколькими путями. Либо просто задрачивая собственный экран, тапая по нему бесконечно и собирая на этом монеты, за которые потом можно покупать бусты и прокачиваться еще сильнее. Либо прокачивать карточки, которые увеличивают ваш показатель прибыль в час. Это, так сказать, местный автокликер, который будет работать на вас, пока вы отсутствуете. И вот именно этот показатель и играет важную роль. Качать нужно именно его. Именно этот показатель будет влиять на то, сколько монет Hamster Combat вам по итогу достанется. Логично, чем больше у вас этих монеток будет, тем больше вы сможете на этом заработать. Давайте объясню, потому что многие этого момента не понимают. Hamster Combat — это новая монета на крипторынке. Аналогичная Тонкоину или Ноткоину или тому же самому Биткоину. Это крипта, которую вы здесь добываете при помощи собственной прокачки. Совсем скоро в игре случится аирдроп. На языке криптоманов это листинг. Тот самый момент, когда монетка появится на рынке и когда она начнет покупаться и продаваться. Разработчики пообещали всем игрокам насыпать монеты совершенно бесплатно. Именно поэтому вокруг игры сейчас такой ажиотаж. По итогу у нас получилось так называемых два лагеря, которые в игру верят и хотят здесь поднять бабла, и которые в это не верят и называют всех верующих дебилами. Ну или обвиняют в мошенничестве, скаме, рекламе лохотрона и так далее. Но действительно ли эта игра скам? Если вы прямо сейчас начнете изучать крипторынок, вы поймете, что бесплатные монеты, которые раздаются направо и налево, это не какая-то сказка или вымысел, это абсолютно нормальная практика. Для того, чтобы монета хайпанула, ее нужно раздать первым клиентам. Так было с ноткоином, который также давался за клики в какой-то игре. Так же было с тонкоином, который давался просто за посты в телеграме. Так было и с битком, который вообще появился хрен пойми откуда. Вспомните историю, как какой-то дурачок-любитель пиц купил ту самую пиццу за 10 тысяч биткоинов. И после этого монета пошла ввысь. С Hamster Combat все аналогично. Для того, чтобы монета хайпанула, нужно создать вокруг нее хайп. Допустим, на старте у нас есть энное количество монет. Чтобы их вывести на рынок, это энное количество монет нужно передать абсолютно бесплатно энному количеству человек, чтобы они ее забустили. Забустят они ее при помощи продажи, при помощи скупки, при помощи обмена и так далее. И вот за счет этого хайпа, искусственно созданного, монета будет расти в цене. Рынок акций, рынок криптовалюты, все это так устроено. Спрос рождает предложение. Игра здесь выступает скорее в роли маркетингового инструмента. Она рекламирует монету, которую вы здесь будете получать, а затем выводить ее на свой кошелек в Телеграме или на биржу, где уже сможете ее продать, обменять на другие монеты или просто оставить ее у себя, выжидая наилучшего момента для продажи. Уверен, у многих из вас прямо сейчас резонный вопрос в голове рисуется. А когда случится листинг? Когда монета появится? Если прямо сейчас зайти на официальные ресурсы Hamster Combat,
Combat, например, в телеграм-канал или на их главный сайт, то мы увидим дорожную карту, в которой четко написано: монета на рынке появится уже этим летом. Я же ставлю на конец июня, на середину июля, потому что у игры прямо сейчас хайп немыслимый. И вот до этого момента вам и нужно прокачиваться в этой игре. Если вы считаете, что вы уже опоздали, что все деньги разберут те, кто находится в топе, а вам ничего не достанется, то вы глубоко ошибаетесь. Прямо сейчас наилучший момент для того, чтобы зайти и начать прокачиваться. Шанс еще есть, и он у всех абсолютно равный. К тому же вы ничего не теряете. Вас никто не призывает вкладываться, тратить свои кровные. Просто заходите пару раз в день, тапайте по хомяку, прокачивайте карточки и все. А потом, когда случится листинг, посмотрите, сколько вам за это дадут. Сколько монета будет стоить по итогу, никто не знает. Это для всех большая тайна. Так почему бы не рискнуть? Ведь известно, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я предпочитаю быть в обществе тех, кто шампанское попивает. Надеюсь, вы тоже. Если вы не играете в хомяка по какой-то причине до сих пор, то самое время начать. Ссылочку я оставил внизу. Переходите по ней и регистрируйтесь, чтобы потом ни о чем не жалеть. С принципом работы мы с вами разобрались. Теперь давайте я расскажу, как же тут качаться и что, собственно, нужно делать. Как я уже и сказал, ваша основная цель — прокачать вот этот показатель. Прибыль в час. Для того, чтобы это сделать, вам нужно качать несколько категорий карточек. И вот здесь и появляется самый популярный вопрос, который крайние 3 дня мне задают абсолютно все. Евген, что же качать первым делом? Что ты качаешь? Покажи, расскажи свой секрет. Друзья мои, все очень просто. У каждой карточки есть 2 показателя. Это ее стоимость и профит, который она за эту стоимость вам дает. Все, что вам нужно, это сравнивать показатели между собой и брать только те карточки, которые дают наибольший профит за наименьшую цену. Именно так я и поступаю. В своем телеграм-канале я прямо сейчас также публикую таблицу, где все карточки от и до расписаны по своей прибыли и стоимости. Зеленым здесь выделены именно те, которые я рекомендую качать в первую очередь. Ссылочка на мой телеграм есть внизу, залетайте, смотрите и прокачивайтесь. Плюс не забывайте, что там я публикую комбо. Абсолютно каждый день в 15:00 в игре выходит 3 карточки, прокачав которые вы получите 5 миллионов монет. Забрав их всего лишь один раз, вы в легкую сможете прокачать собственный аккаунт до 300 тысяч прибыли. Проверено лично мной. Также в игре предусмотрена реферальная система, участвуя в которой вы также получаете бонусы. Просто копируйте ссылку, отправляйте ее своим знакомым, друзьям, родителям, одноклассникам, да кому угодно. Они переходят по вашей ссылке и вам начисляются монеты. Если ваши друзья и знакомые в игре останутся, если они будут в нее играть и дальше, у вас будет расти за них профит. И вот эти вот 2 показателя, реферальная система и прокачка выгодных карточек, и есть 2 основных способа прокачки. Придерживаться нужно именно их. Игра очень простая. Заходите, регистрируйтесь, пробуйте. Вы ничего не теряете, ничего вкладывать не нужно. Вполне возможно, что эта игра окажется мыльным пузырем. Да, такая вероятность имеется. Но также есть вероятность, что игра действительно что-то вам даст. Потому что прямо сейчас у нее нереальный хайп. И как минимум будет смешно, если разработчики обосрутся. Новости выходят буквально каждый день. Монета уже вот-вот на подходе. Что из этого получится, мы узнаем уже совсем скоро. И пока этого не случилось, действуйте, пробуйте. Я лишь отмечу, что в биткоин, в ноткоин, в эфир, в онкоин, в них тоже не верили. Все говорили, что это хрень. А сейчас просто зайдите в Google и посмотрите, сколько стоит биткоин. Начиналось все с нескольких центов, а сейчас это реально миллионы рублей. Вполне возможно, с Hamster Combat'ом будет точно так же. Прямо сейчас этого никто не знает, покажет только время. Если хайп удастся, а прямо сейчас можно с уверенностью говорить, что хайп есть, и он огромный, то вполне возможно, те, кто зашел раньше всех и сделал больше всех, смогут здесь озолотиться. Короче, ссылочка на Hamster Combat есть в описании и в закрепленном комментарии. Там же есть телеграм-канал. Залетайте, пробуйте, играйте, подписывайтесь и следите за обновлениями. С вами был, как всегда, начинающий темщик, будущий криптомиллионер, отец Евген. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.